Здравствуйте, товарищи! Мы, представители инициативного комитета рабочих, приглашаем вас на собрание Объединения рабочих Ленинграда. Собрание пройдет 8 апреля 2021 года в гостинице «Спутник» по адресу Санкт-Петербург, проспект Мариса Тереза, дом 36. На собрании выступят делегаты съезда Российского комитета рабочих весны 2021 года. Также прозвучат доклады о задачах объединения. Докладчик Дмитриев Максим Денисович, грузчик-комплектовщик ООО «Техноберинг». О решениях Российского комитета рабочих докладчик Лютов Евгений Борисович, слесарь третьего разряда первого автобусного парка ГУП «Пассажир Автотранс». Также выступят другие делегаты съезда Российского комитета рабочих. Целью и задачей объединения является улучшение условий труда, повышение заработной платы и установление социальных гарантий через коллективные действия, направленные на заключение прогрессивных коллективных договоров с работодателем. Товарищи рабочие, хотелось бы обратиться к вам с просьбой обязательно посетить наше собрание. Дело в том, что рабочие являлись, являются и будут являться движущей силой нашего общества, потому что именно они участвуют в материальном производстве. Именно от них зависит благосостояние всего общества и всех граждан. В связи с этим именно рабочие имеют влияние на работодателя, в отличие от остальных трудящихся. И целью этой борьбы является не просто улучшение личного благосостояния, благосостояния семьи, но это поможет повысить качество жизни всего общества и граждан. Товарищи, мы должны объединяться, потому что поодиночке мы не сможем добиться никаких улучшений, а тем более улучшений, которые мы можем добиться коллективными действиями. Приходите 8 числа в гостиницу «Спутник», и вместе мы найдем пути решения наших проблем. Собрание пройдет 8 апреля 2021 года с 20 до 22 часов по адресу проспект Мариса Тереза, дом 36. Регистрация начнется с 19:30. Итак, в четверг, 8 апреля 2021 года.